В этом экспресс-обзоре рассмотрим карманный микроскоп Sigetta MicroClip 45 крат с клипсой для смартфона. Это компактный карманный микроскоп моноблочного типа. Все его оптические и механические элементы размещены в одном корпусе. Вот сравнение с габаритами обычного спичечного коробка. Оптические элементы выполнены из качественного оптического пластика. Кратность микроскопа составляет 45 крат. Этого вполне достаточно для подробного рассмотрения различных мелочей. При помощи съемной клипсы микроскоп легко крепится на корпусе смартфона. Это позволяет получать фото интересующих вас мелких предметов. Если хотите во всем убедиться собственными глазами, то клипсу можно открутить и смотреть в микроскоп непосредственно глазом, причем как левым, так и правым, как вам будет удобнее. Исследуемый образец подсвечивается ярким светодиодом, который запитывается от встроенного аккумулятора. Для включения и выключения подсветки служит специальная кнопка на передней части корпуса. Зарядить аккумулятор можно от обычного зарядного устройства для того же смартфона. В комплекте есть короткий USB-кабель для зарядки от USB-порта вашего компьютера или ноутбука. Микроскоп оснащен еще и ультрафиолетовым светодиодом. Полезная вещь. С его помощью можно проверить подлинность денежных купюр. Работать с микроскопом очень просто. Достаточно включить подсветку, приложить микроскоп к поверхности интересующего предмета и навести резкость при помощи специального колесика. После использования не забывайте класть микроскоп в специальный чехол. Это существенно продлит срок его службы, а также сохранит внешний вид. Приведем несколько примеров изображений, полученных на смартфон при помощи этого микроскопа. Конечно, присутствуют оптические искажения, присущие оптике такого класса. Тем не менее, картинка получается неплохой. Итак, наше впечатление. Данная модель карманного микроскопа оказалась весьма забавной вещицей. Она может стать постоянным спутником любопытного ребенка. Также этот небольшой оптический прибор будет полезен и взрослым, например, коллекционерам марок или монет, а также для любых других целей.